Еще один остался где-то. Вот да, бежит, бежит. Я его очень сильно пугаюсь, надо добивать. Сзади, сзади! Один сзади, по-моему, а другого тут впереди меня на 35. Лёха, аккуратно. Всё, и один тут в доме. Всё, все умерли. Нет, вот, по-моему, где Лёха, там нету? Да, в моём доме, мне кажется. Тут есть кто-то, да, тут есть один. Вижу. Одного я грохнул здесь у вас в спине. Сейчас, я с другой стороны. Он последний всё. Должен быть. Всё, всё, поднимите сюда, да. Потом меня. Ну, зачем? Правильно. Ты лутать побежишь. Мы сначала мы полутаем, потом тебя поднимем. Да я вон, залутайте трупы. Я думаю, вам будет достаточно. Я вам инфы сколько дал. Кстати, они что очень как-то жесткие ребята. Ну это два склада, получается, было тут. Нифига себе. А у тебя есть бинты, чтобы сейчас не тратить эти? Да, есть. Есть, есть 5 штук, есть, у типа, есть. Да. А, ну, да вот, я сейчас возьму у типа тогда. Ну я их уже забрал. Чувак, спасибо. Я тебе компенс. Компенс на бинты меняю. Давай, ладно. Забирай. На, возьми-ка. Заслужил. Чё, прикольно, мы здесь обменяемся или где-то в другом месте? Да... Там, нет. Нет, давайте полутаем еще. Где еще типы-то? А. Нет, надо, конечно, надо посмотреть, где зона, как чё, может поедем? Так, ну, я бы туда и бежал, мы пешком могли добежать, если бы мы сразу... Так, стоп, а где моя мини? Ладно, ладно, забирай. Я не понял, это что такое? Просто отжали мини, перебило дня. Жак, у меня есть глушитель для миника, нужен? А можно мне на Скар? Он лучше... А, нет, он не подойдет на Скар, извини. Ай. Так, Игорь, тебе на Скар что надо? Мне ничего не надо. Вон лодочка, видите? На, там УАЗик, да? Так, лодка, лодка, лодка. Слушай, ну нам куда надо? Только если в Нилту куда-то на эту приплывать. А, там высокие скалы, да, там не получится. Жак, еще раз. Значит, я вот высадимся здесь и... Диман, смотри. А, нет. Большой магазин. Не, Лёх, мы хотим сразу в зону куда-то, или поближе туда. Ну я тоже. А, в центр ты имеешь в виду? Да. Так там, ну не в центр, но... Там нет ничего. Так, народ, нет никого арки какой? Только юмпик. Не, у меня М4. Жак, последний раз, тебе глушитель не нужен на... Вот нужен, я же сказал, нужен. А, все. Дай мне тогда компенс, пожалуйста. На будущее. Так, аэрки тут нигде нету, да, больше? Не, оружия там, да, нет. Ну ладно, буду с юпиком. Кстати, тут машина, я не знаю, вы подогнали, или она тут стоит. О, Диман, ВСС не хочешь? Ну я возьму, потому что у меня даже второй пушки нет. Ведь я отмечу. Блин, так хотел я ее взять, ну ладно. Ну хочешь возьми, я возьму что-нибудь другое. У меня Скар есть, нет, забей. Нет, здесь, кажется, не было никого. Так что можно если дома спокойно. Уже зона пошла, конечно. Так, Диман, ты поедешь или что? Не, просто там точно все уже, а Блутона будет. Да, я бы поехал, сейчас я у Игоря возьму только этот. ВСС. А я с Жекой поеду, пока покатаюсь. О, тут этот медкит 100% на этот. А, погодите меня, пацаны, я быстро. А вы, кстати, пользовались этими лазерными этими? Я ни разу не ставил. Что это за... Фигня, Лёха. Фигня? Ну ладно, смотри, скину. Я просто не понимал, в чем прикол этих штук. Не знаю, на пистолет повесить. Ну это типа, если ты в сосновке, если даже не прицелишься, а один раз стреляешь. А, понял. Это вы едете, да, там? Да, едем. Ладно, мы тогда дальше туда поедем. Там, да, есть дома еще же дальше тоже нормально, они, наверное, тоже пустые. Ну, то есть это никого не было у них. У меня даже брони нет. Это хреново. Кстати, вторая башка, ну, наверное, у него вторая броня. Вторая броня у меня. Отмечу. Вот, тебе не нужно? Вот где я есть, там есть МК. Вы будете брать? Ну, я запомнил, если что. У меня миник уже, это, я брать не буду. Сейчас найти X3 или X4, и победа будет за нами. А у меня есть X... А, нет, нет у меня. А, он на трубе был. Сидер, будешь ВСС забирать свой? Странно. Нет. Я думаю, нельзя.